Кисловодск, улица Набережная, река Березовая. Тихий район. Течет речка. И неужели вот в этом месте нельзя сделать какой-нибудь скверик, оборудовать? Ведь такая красота, природа вроде бы. Вот посмотрите. Улица Набережная. Вот чуть повыше лестница спускается. Это жилые дома. Вот высотные. 5 домов. И рядом вот такая территория. Теперь покажу вам, что здесь творится. Я не знаю, но я хочу сказать одно. Уважаемые россияне, почему вы не уважаете себя? Вы не любите природу, это понятно. Это уже все. Уже я уже однозначно понял, что люди природу не любят. Они только ее гадят. Но почему не уважаете себя, чтобы жить... Извините, заражение в таком говне. Вас это устраивает, кисловодчане? Я просто в ужасе. Рядом с жилыми домами сделали свалку. Не видит ни власть, ни санитарная комиссия. Вот этот склон, он же начали елки бросать. Весь склон, и туда дальше я не пойду. Там он идет, лестница. Вот, к жилым домам. И они живут на свалке. Улица Набережная, вы, извините за выражение, в говне. И вас это устраивает, да? Жители, россияне, кисловодчане. Мне кажется, у вас уже что-то не в порядке. Посмотрите, что делается. И всем без различия. Да здесь можно сделать... Поставить скамейки. Здесь можно сделать уголок для детей. Ну неужели у вас никого нету желания жить в нормальных условиях? Ну что ж вы себя превратили в свиней? Вы хуже негров стали уже. Весь склон. Весь склон. Загаженный. У меня просто слов нету. Вот туда дальше не буду идти. Вот там все, все, что можно... Мусорная свалка в такой природе. Ну пусть хоть власть придет сюда, посмотрит, мэрия города. Госпожа Волошина, ну где же ваш процветающий Кисловодск? Вот улица Набережная, еще раз повторяю. Высотные дома, а под ними свалка. Ну сделайте здесь уголок красивый. Слушайте, такая природа, речка. И вся загаженная, а? Это как надо себя не уважать? В кого людей превратили? У меня просто слов нету. Вот я вышел прогуляться и в очередную попал в свалку мусора. Я ее не искал, она меня нашла. Вы понимаете, что творится? Вот она, все, посмотрите, тут сколько бутылок. Вот она, все загажено. Вот она. Весь вот этот склон и выше. Все загажено. Когда здесь можно сделать чудный уголок. И все рядом с такой природой, такой бардак. У меня просто слов нету.